Театральному событию «Белая вежа», стартовавшему 10 сентября, руководство города подготовилось основательно. В этом году любители театра и жители Бреста ждут не только яркие театральные постановки в рамках фестиваля, но и открытие еще одного культурно значимого места. В самом сердце города теперь будет красоваться арт-объект «Брест театральный». В честь такого события на площадке вблизи двух основных театральных сцен города – Брестского академического театра драмы и Брестского областного театра кукол – развернулся целый театральный перформанс, привлекающий внимание. В этом году нашего зрителя удивит фестиваль открытием арт-объекта. Это подарок нашего мэра города Сергея Николаевича для любителей театра и гостей. Тем мы и стартуем, и открываем наш фестиваль именно таким прекрасным праздником, открытием арт-объекта «Брест театральный». В открытии арт-объекта принимал участие глава города Сергей Лободинский, который отметил важность и значимость события для жителей и поздравил присутствующих. Отрадно, что на улице Ленина у нас находятся два театра, значимых по своему статусу и уважаемые, и почитаемые в первую очередь нами, брестчанами, и гостями нашего города. Я хочу в преддверии открытия праздника для нас, где Брест на эту неделю будет являться культурной столицей театрального искусства, пожелать всем участникам, в первую очередь, и организаторам хорошего настроения, а нам всем хорошего просмотра. А в качестве подарка обещанного я хочу, чтобы эта стела была памятным знаком для нашего фестиваля международного и хорошим арт-объектом для наших гостей и жителей города. С праздником! Спасибо! В сопровождении оркестра право торжественно открыть объект предоставилось руководителям городской и областной вертикали. Историческое событие состоялось под бурные аплодисменты участников. Радостным и ярким моментом останется в памяти 28-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». Даже погодные условия не смогли помешать запланированному празднованию и испортить отличное настроение присутствующих. Событие дня продолжилось в зале Академического театра, где стартовал показ первого спектакля «Отцы и дети». Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.